Добрый день! Я рада приветствовать всех на моем канале, всех моих подписчиков, всех, кто заглянул ко мне в гости просто так и по делу. Если вам интересно то, что я вам предлагаю, оставайтесь со мной и просматривайте. Что я хочу вам рассказать сегодня? Как бы те люди, которые смотрят мои видео, уже знают, что я сейчас нахожусь в Алтае или на Алтае, даже не знаю, как правильно сказать. И у меня прям очень экстренная необходимость сейчас в теплых одеждах, так как я приехала по-летнему с югов, так сказать, А здесь сейчас уже началось похолодание. И вот я сегодня сходила в магазин, прикупила вот такую пряжу. Это чулочная пряжа. Не могу сказать, какой она фирмы. Как мне сказал продавец, это 50% пух и 50% шерсть. Ну, почему-то вот мне кажется, что это только шерсть. Хотя вот здесь, как бы, видите, ворсинки, такое впечатление, что это может быть и не овца только, может быть, тут и коза есть чуть-чуть. Ну, по крайней мере, не 50%. Вот. Для чего я купила? Для того, чтобы связать с них тапочки себе. Потому что, естественно, тапочки я с собой тоже не взяла. Вот. И для того, чтобы купить теплые носки, я здесь на рынке посмотрела, что носки стоят 300 рублей. Естественно, дешевле мне связать себе, потому что вот эта бодейка, клубочек, 200 рублей стоит. Вот это стоит 15 рублей. Это ниточка, вот носочная добавка. Ее добавляют для того, чтобы меньше терлась подошва. Более того, я вот буквально за 2 часа уже связала тапочек вот такой по мастер-классу Натальи Калиновской, по-моему. Она широкая, а потому что иногда у меня ноги отекают, потому что много сижу, и чтобы у меня нигде ничего не давило, да я вообще люблю, чтобы свободно было на ноге, особенно носочки. Вот. Теперь я буду с носками. Я надеюсь, что вот сейчас обед, к вечеру я свяжу еще один и уже буду ходить в теплых, так сказать, валеночках. Я вязала в 2 ниточки. Здесь я вязала с этой добавкой подошву. А здесь, значит, связала в 2 ниточки. Получилось довольно-таки толстая. Ну, надеюсь, что я же говорю, что я не замерзну. Далее. Василий, помощник, как всегда, рядом со мной. А вот я купила себе вот такую ниточку. Эта ниточка, я уже в предыдущем видео показывала, я мужчине своему вяжу свитер с такой ниточки. Это ниточка соната. В ней 50% шерсти, 50% акрил. Вот, здесь написано, что ниточка камтекс. Значит, цвет передает камера. Вот именно такого цвета она и есть. Так, сейчас я посмотрю, если здесь где-то есть номер цвета. Какой? Пока не вижу. Так, друг мой ситный, что ты грызешь мою пряжу? Так. Это здесь у меня этих 4 моточка. И вот этих тоже, вот видите, написано Москва, Лама.
соната. Я так и не поняла, это одна и та же пряжа или... Но я не вижу здесь, чтобы это было комтекс. Ну, по крайней мере, метраж здесь такой же, и состав такой же, и цвет, вы видите, он ничем не отличается. Поэтому я забрала весь этот цвет. Ну, в магазине было 14 моточков, и я забрала. Я хочу себе связать кардиган. Ну, так как я не девушка, тоже не худенькая, мне, естественно, 10 ниточек мало, 10 упаков, как сказать, 10 моточков упаковки мало. Поэтому вот я купила еще 4 штуки, которые были у них в наличии. Я, естественно, сейчас буду вязать с этой ниточки, что я вам сейчас показала. И если, допустим, не будет хватать, то я тогда добавлю вот эту ниточку. А если мне будет достаточно той, то я тогда с этой еще что-то свяжу. Я не люблю, чтобы у меня не хватало ниток. Лучше у меня пусть она останется, чем мне ее не хватит. Я вот смотрю многие видео, девочки впритык прям покупают, и некоторым даже не хватает. И ну хорошо, если есть где-то докупить здесь, докупить негде. Ну вот такие мои покупочки на сегодняшний день. И вот мои планы, которые у меня сейчас прям актуальные, которые я должна была еще сделать вчера. Вот. И вот еще мои планы. Я сейчас готовлю мастер-класс по вязанию овальной салфетки. Я ее уже показывала. Начала я ее вязать. Буквально завтра, послезавтра уже выйдет первый мастер-класс. Вот. В общем, работы у меня много. Свитер я тоже вяжу. Как я говорила, что я не могу вязать долго одну вещь, потому что ну, и глаза устают, когда одну вещь вяжешь, и как бы вязать устаешь. Не знаю, вот я либо так себя приучила, либо я не знаю, у меня определенный план на день, что я вяжу того помаленьку. И, естественно, катастрофически мне не хватает времени, как всегда, если бы было, может быть, в сутках не 24 часа, а больше, я бы, возможно, успевала. Но мне кажется, что и тогда бы я не успевала. И так как я, допустим, раньше там вязанию больше времени уделяла, чем здесь, поэтому у меня там и вязалочек получалось больше. Вот я как бы свитер начала, он вроде бы и на толстых спицах я вяжу, и все как-то не хватает у меня времени его довязать. Некоторые вяжут очень быстро их. Ну, опять же, я не спешу, еще не до такой степени холода, что уж прям нужно очень быстро. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я смотрю, что вы активно стали подписываться на мой канал. Я очень благодарна вам за это. Спасибо вам большое. Мне очень радостно, что вы смотрите мои видео, что вам нравятся они. Пишите также отзывы, комментарии. Если вам что-то непонятно, пишите, я всегда вам на все вопросы отвечу. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. С вами была Ирина.